В честь российского праздника Дня волонтера в Люберецком музее психологии прошла благотворительная акция «Слоники для опоры». Она существует с января этого года и нацелена на поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Поддержка – главное, без чего не обойтись ни одному человеку в трудной ситуации. Тем более, если в своей жизни он столкнулся с страшным диагнозом – рак. В честь Дня волонтера учащиеся члены общественной палаты, участники и онкопсихологи проекта «Опора» шили игрушки Тильды в форме слонов для людей с онкологическими заболеваниями. Многие пациенты в этот сложный период, они теряются, они... Ну, фактически загруженными неположительными эмоциями, а некими трудностями. Это очень сложно. Поэтому нужна какая-то частичка доброты, частичка позитива, что поможет им справиться. Сделать выкройку, набить ушки, носик, пришить глаза. Чтобы создать одну игрушку, необходим примерно час времени. Но это ничто по сравнению с теми эмоциями, которые испытывают получатели подарков. Ученики Люберецкой школы номер 7 – одни из многочисленных волонтеров. Они принесли для дальнейшей передачи онкобольным людям большую коробку разноцветных и непохожих друг на друга слонят. Недаром древние люди считали, что планета держится на трех слонах. То есть... Если слоны способны выдержать целую планету, то они поддержат и больных людей, которые нужна поддержка наша. Свою поддержку они передали не только в качестве игрушек, но и в виде небольших открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, улыбок и веры в себя. Вот видев таких слонов, я думаю, что вкладывая сюда свою душу, тепло, внимание, заботу, дети, которые получают это, ощущают поддержку того, что в них верят не только родители, близкие, друзья, ну, врачи. Верят люди и детки, которые на стороне, они тебе говорят: держись, мы с тобой. Акция «Слоники для опоры» совсем молодая. Проходит с января этого года, но уже получила свое признание, став лауреатом 3-й премии губернатора «Наше Подмосковье». Все собранные игрушки передадут пациентам в Люберецкий онкодиспансер, а также в детское отделение Центра онкологии имени Блохина. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.